100 участников из 21 региона страны, команды и индивидуальные стрелки приехали в Нижегородскую область, чтобы от души пострелять. Все-таки чемпионат России по практической стрельбе из карабина. Порохом запахло в стрелковом клубе «Антей» под Дзержинском. Наша площадка отлично подходит для соревнований такого уровня, да и выше. «Антей» позволяет проводить соревнования до чемпионата мира включительно по практической стрельбе, да и, собственно, по другим стрелковым видам спорта. Вот в этом его огромное достоинство. Была проделана большая работа, команда организаторов, были построены такие вот великолепные упражнения. Погода вносит свои коррективы, но в этом и интерес нашего спорта, что она же практическая стрельба, то есть в холод, снег, град, дождь, выполняешь упражнения, несмотря ни на что. Участникам соревнований необходимо пройти несколько рубежей. В основном стрелки идут на результат, а для этого нужно не только метко поразить мишени, но и показать лучшее время. Приходится изрядно побегать, тут все, зоркость, быстрота и четкие действия. При этом на рубеж выходит и для собственного удовольствия. Андрей Мясников в этом спорте уже 17 лет. Сейчас выступает в разряде сеньоров. Это кому за 50. Опытный стрелок признается, в этом деле без внутренних качеств не обойтись. Терпение, упорство, не сдаваться, не расстраиваться, выдержка железная. Ну и, соответственно, умение прислушиваться к опытным стрелкам и развиваться. Не стоять на месте, не плавно-плавно идти к какому-то логическому успеху. На чемпионате есть именитые спортсмены. Сергей Иванов – чемпион России, мастер спорта международного класса. Это со стороны может показаться, что на этапе просто стреляют. На самом деле это целая эстетика. Можно сравнить с танцем. Но если нормальный человек посмотрит, что сейчас произошло, он ничего не поймет. А там произошло поражение 4 мишеней, перезарядка, стрельба в движении, стрельба по движущейся мишени и какой-нибудь точный выстрел метров на 100. То есть, естественно, это предел человеческих возможностей, это тоже красота. Стрелковый клуб «Антей» уже не первый раз принимает соревнования столь высокого уровня. Ведь здесь действительно созданы все условия для спортсменов. Организация соревнований неоднократно оценивалась на отлично. Сергей Щеплягин, Валентин Волков. Время новостей.